Спасибо нашим байкерам, участникам клубов «Слепотер» и «Нортаун». По доброй традиции, сегодня 20 мая среди автомобилистов мы проводим соревнования по скоростному маневрированию, которые будут проходить в трех номинациях. Лучший автомобилист, лучший мотоциклист и автоледи города Рыбница и Рыбницкого района. Цель и задача мероприятия – привлечение общественности к обеспечению безопасности дорожного движения, совершенствование маневрирования участников дорожного движения и безопасной их эксплуатации. Желаю всем участникам конкурса удачи, успехов, честных соревнований и хорошего настроения. We'll be right back.
Thank you.
Значит, первое место в командном зачете заняла команда ДОСАФ, Рыбницкая автошкола, авто Мараренко Денис, Сабатин Сергей. Второе место в номинации «Лучший автомобилист» занял Гресь Виталий. Чуть-чуть баллов, точнее, уступил Сабатину Сергею, который занял первое место в номинации «Лучший автомобилист года». Теперь переходим к представительницам прекрасного пола. В номинации «Автоледи» третье место завоевала Стройнецкая Юлия. Бурные аплодисменты! Конечно же, друзья, давайте не будем скупиться на аплодисменты, потому что второе место завоевала самая юная участница сегодняшних соревнований Алина Балан. Леди признана Антонина Кити. Бурные аплодисменты! Вот так и становится слышно. Мне нужно было большую машину пойти. Сиськи. Это тоже. Теперь в номинации «Лучший мотоциклист». Третье место завоевал Владимир Гринченко. Бурные аплодисменты! Второе место в номинации «Лучший мотоциклист» завоевал Алексей Балан. Мотоциклистом признан Михаил Бурлака. Судя по всему, он тоже один из юных участников сегодняшнего соревнования. Вручить переходящий кубок имени Дмитрия Криворученко и денежный приз от компании «Авторед» команде-победителю, занявшей первое место. Приглашаем Ревка Денис и Сабатин Сергей, команда ДСАФ, Рыбинская автошкола «Авто».